Так, друзья, просто напоминаю вам, что скачать в любое время вы можете Windows 10 с официального сайта Microsoft. Вот видите, скачать Windows 10. Можно нажать обновить сейчас, если у вас Windows 7, 8 и 8.1 это до сих пор бесплатный. Скачивайте средства, друзья. Значит, и в этом средстве у вас будет галочка «Скачать образ ISO-образ», который можете потом или создать загрузочную флешку прямо в этом приложении. Я это показывал, кстати, очень просто. И, соответственно, создав загрузочную флешку, либо скачав ISO-образ, вы можете установить Windows 10 на любую машину абсолютно бесплатно. И Windows 10 даже не требует для установки, значит, ключ. То есть вы можете устанавливать Windows 10 без каких-либо проблем. Друзья, вот так вот, так что пользуйтесь приложением, средство весит вообще какие-то копейки и не требует каких-то ресурсов и так далее. Ну а Windows у нас устанавливается на Windows 10 устанавливается на любые ПК, в частности, даже если у вас старенький ПК, я в частности устанавливаю и на нетбук 2009 года, ему 12-13 лет, соответственно, там стоял Windows XP, тоже устанавливается без проблем. Вот. Но единственное, устанавливается без проблем, но помните, что Windows 10 плохо идет на старых ноутбуках. В отличие от Windows 8, значит, который хорошо идет на старом железе, да, на старых ноутбуках 12-13-летних, значит, Windows, значит, 10 идет плохо. Даже Windows 11, наверное, побыстрее будет. Вот. Ну а Windows 8 так вообще рожден для слабого железа. Это лучший Windows для слабого железа. Об этом я говорил и показывал много раз. Друзья, вот такая вот новость. Ссылка в описании. Так что пользуйтесь приложением. Вот так оно выглядит. Значит, ну а далее просто ставьте здесь галочки. Все, что вам надо. Либо создать загрузочную флешку. Либо скачать ISO-образ. Либо установить Windows 10. Тут настолько все просто. Если создаете загрузочную флешку, просто вставляете ее и выбираете ее в этом приложении. Вот, видите, у меня спрашивают создать установочный носитель. Вот. И так далее. Потом выбираете версию, ну, по умолчанию, как обычно. И вот, видите, вот о чем я и говорил. Значит, выберите носитель, либо флешку вставляете, и не менее 8 гигабайт указывайте, да, ее, либо скачивайте ISO-образ, вот. Ну, а видите, вот здесь я далее включаю, и здесь нету, у меня флешка не вставлена, поэтому ее здесь нет, но если бы она была вставлена, выбираем флешку и нажимаю далее, и сразу же автоматически приложение само скачает все необходимое для Windows 10 и создаст сама загрузочную флешку, которую, опять же, повторяю, Windows 10 можете установить без ключа, абсолютно нормально, без проблем. Вот, это позволяет сама компания Microsoft это сделать, друзья, и скачать, собственно, Windows 10 с официального сайта Microsoft. Друзья, вот, собственно, и все. Ссылка будет в описании. Пользуйтесь средством для скачивания Windows 10. Ссылка в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.